PlayHall – это платформа, целью которой является развитие мобильных игр Skill Gaming, включая в эту сферу использование криптовалюты. Платформа направлена на высокоинтеллектуальных, внимательных и быстрых игроков, которые желают побороться за первенство в игровой сфере. С каждым годом количество игроков и зрителей кибертурниров неумолимо растет. Кроме того, прогнозируется рост участников игр данного направления на 50% до 2020 года. Skill Gaming – это новая индустрия электронных видов спорта, которая приходит на смену классическим настольным играм и спортивным турнирам. В этой сфере вам легче развить свои спортивные показатели, и каждый равен с каждым. Все зависит от вашего упорства и желания победить. А за победы в различных соревнованиях игроки получают ценные призы или денежные вознаграждения, которые иногда превышают отметку в 1 миллион долларов на команду. Платформа PlayHall основывается на проведении соревнований между игроками с целью демонстрации их игровых способностей и выигрыша криптовалюты. Skill Gaming не является киберспортом, но он тесно связан с ним по духу соперничества. При этом обе эти индустрии стремительно растут. Уже работает множество проектов по токенизации и переходу на блокчейн киберспортивного сектора. PlayHall же нацелен на популяризацию именно направления Skill Gaming, которое позволяет профессиональным геймерам соревноваться в популярных играх и получать за это реальные деньги или ценные призы, используя свои интеллектуальные способности и навыки. На данный момент доступна бета-версия платформы, на которой есть такие игры, как шашки, футбол, викторина, американский футбол, викторина, настольный теннис, викторина и так далее. Вскоре на платформу добавят еще целых 200 различных игр. На платформе будут использоваться собственные токены PHT и 7 самых популярных валют, а именно биткоин, эфириум, лайткоин, эфириум классик, Dash, Zcash и биткоин кэш. Токены PlayHall PHT – это ERC-20 токены, созданные на платформе Ethereum, которые выступают платежным инструментом экосистемы PlayHall. Токены предоставят игроку возможность участвовать в турнирах и будут являться основным инструментом принятия решений по вопросам, связанным с управлением платформой и организацией игрового процесса путем голосования. Игроки могут делать ставки в PvP-матчах в любой криптовалюте, предлагаемой на платформе, в том числе и в токенах PHT. Комиссия в PvP-матчах составит всего 6% суммы выигрыша. Помимо регулярных бескомиссионных призовых турниров от PlayHall, на платформе будет проводиться множество децентрализованных турниров. Победители турнира оплачивают комиссию в размере 10% от суммы выигрыша. Половина комиссии после вычета расходов на маркетинг и отчислений на призовые турниры будет направляться на вознаграждение разработчику игры, а вторая половина – на поддержку и развитие платформы. Токены будут использоваться для участия в различных турнирах и голосований на платформе. Всего выпускается 500 миллионов токенов. Детали ICO – с 1 июня по 30 июня. Символ токена – PHT. Платформа – Ethereum. Тип ERC-20. Платить через эфир, биткоин, лайткоин. Стартовая цена 1 эфир 31250 PHT. Софткэп уже собран. Хардкэп 16000 эфира. Минимальная покупка 0,01 эфира. В заключении можно с уверенностью сказать, что проект ждет большое будущее. Он имеет высокие рейтинги, отличную команду, а главное, очень интересную идею. Игровая индустрия перспективная. Криптовалюта как никогда перспективная. Вознаграждение в криптовалюте интересно. Соединение воедино идеально. На этом все. Все важные ссылки и детали ICO снизу под видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.